Всем привет! Прилетела очередная посылочка, тема «Часы» продолжается. Впереди праздники, можно на подарок, можно себе любимому. Заказываю по чуть-чуть часы для обзоров, дабы увидели, что можно купить недорогого и красивого. Прилетела посылочка «Чай на пост» в районе 15-18 дней. Я уже для себя понадписывал, потому что часов приходит много, а проверьте, я не сканер, вовнутрь залезть не могу. Смотрите, первый раз такое вижу, чтобы пакет был в пакете. Ну, видите, значит, китаец перестраховался. Зачет напишу ему в этом. Заказывал новые LED-часы в виде браслета, потому что эта тема рулит. Все любят такие интересные часики. Заказывал на пробу. Смотрите, какие интересные. Силиконовый браслет. Это сделано под Xiaomi, под оригинал. Лицевая пластиковая панелька с одной кнопочкой. Ой, очень красиво, смотрите. Если вы оденете себе на руку, никто даже не поймет, что это просто копия. Данная модель водонепроницаемая, полностью закрыта. Внутри стоит резиновая прокладка. В них можно нырять, плавать. Интересные часики. Прилетели они вот в таком бирюзовом цвете. Я их заказал во многих. Дальше будут видео. И заказал в черном. Материал ремешка силикон. Кнопка механическая для LED-часов. Также показываем дни недели, месяц. Ой, месяц этот и секундомер. Выполнены они в силиконовом ремешке, полностью закупоренном корпусе. Вот здесь такая интересная металлическая штучка, застежка. Можно одеть, смотрите, много отверстий сделано, как на обычную худую руку, так и на полную. Ну, насчет детской, я не знаю, как они будут выглядеть. У меня маленький ассистент, сейчас мы его попросим, чтобы он нам помог. Попробую одеть на ее ручку. И покажу вам на видео, как это будет выглядеть. Сейчас я поставлю на паузу, но скоро к вам вернусь. Ну вот мы одели на ручку. Диаметр нашей маленькой красивой руки 15 сантиметров. Поэтому минимальный размер 15 сантиметров. Смотрите, как круто они выглядят. Металлическая защелка, силиконовый браслет. Смотрите, они не телепаются. Нормально сидят на детской руке. Также они подойдут и на взрослую. Спасибо за просмотр. Оставайтесь на нашем канале. Ставьте пальцы вверх. Приводите друзей. Пока-пока.